Здравствуйте! Сегодня 4 января, и это четвертый день марафона «Русский 2021». Если вы здесь первый раз, добро пожаловать! Посмотрите вот это видео, день номер один, и вы поймете, что мы здесь делаем. Присоединяйтесь! Сегодня у нас опять вопросы, но не такие, как вчера. Вчера у нас были вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Сегодня у нас вопросы с вопросительными словами. Кто, что, когда, где, куда, как, почему, какой, какая, какое, какие и так далее. Кто? Я, Анна, Сергей, собака. Что? Книга, телефон, окно. Когда? Вчера, в июне, в декабре, в 3:15. Где? На уроке, в офисе, на футболе. Куда? В Москву, в Россию, в ресторан, на урок. Как? Медленно, тихо, громко. Почему? Потому что сегодня идет снег. Нет. Потому что сегодня хорошая погода. Тоже нет. И так далее. Это, конечно, не все вопросительные слова. Как вы помните, кто, что и какой также изменяются по падежам. Что, чего, чему, с чем, о чем и так далее. Если вы это знаете, прекрасно. Если нет, ничего страшного. Как обычно, на нашем марафоне мы используем только то, что уже знаем. Договорились? Итак, а сегодня мы будем строить. Что мы будем строить? Предложение. Итак, давайте строить. Наш первый кирпич купил. Купил. Кто? Кто купил? Паша. Паша купил. Что? Что Паша купил? Машину. Паша купил машину. Какую? Какую машину купил Паша? Новую. Паша купил новую машину. Кому? Кому Паша купил новую машину? Сыну. Паша купил новую машину сыну. Когда? Когда Паша купил новую машину сыну? В декабре. Паша купил новую машину сыну в декабре. Почему? Почему Паша купил новую машину сыну в декабре? Потому что у сына был день рождения. Паша купил новую машину сыну в декабре, потому что у сына был день рождения. Или в декабре Паша купил новую машину сыну на день рождения. В декабре Паша купил новую машину сыну на день рождения. Кстати, вы заметили, что в этих вопросах интонация идет вниз, а не вверх, как вчера. Кто купил машину? Какую машину купил Паша? Когда Паша купил машину? Здесь все очень просто. Интонация вниз. Итак, мы построили вот такое большое, прекрасное предложение. В декабре Паша купил новую машину сыну на день рождения. Это мой пример. А теперь вы. Ваше слово читали. Читали.
Постройте свое предложение с помощью вопросов, шаг за шагом. Я жду ваши примеры и ответы здесь в комментариях или в нашей группе в Фейсбуке. Присоединяйтесь, если вы еще не там, и до встречи завтра!